Хитменник снова в деле. У нас была возможность поговорить с ним, и это обернулось неудачей. Пошли нахуй! А что же будет дальше? Что будет с этим человеком? А дальше будет так: если не закроешь рот, я тебя убью. Долго ждал, пока настанут имена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Именно перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя — Хитменник. Приветствую, ребята. Хитменнику аппарата. Я продолжаю проходить модификацию на игру Готика 2 Ночь Ворона под названием Городская Стража. В предыдущей серии что я делал? Я доставлял вот этого челика в таверну. Хотел поспать, но кроватки здесь не оказалось переночевать. Придется шканарь искать. Я же знаю где. А посплю-ка я в хибаре Эрола. Эрола, неважно. А хотя зачем туда далеко даже идти? Здесь же есть Каволорн. Почти что сын Араторна. Мать. Там ничего нет. Ну я понял, все. Не гунди. Ну вот, пришли до братишки. Йоумен, Драгомир. Естественно, с нами не базарит, потому что базарить с ним не о чем. Так можно весь мир, кстати, облазить. Ну, не то, что весь мир, а эту локацию. Собирать ништяки. На вечер шкура. Так, ну вроде бы больше тут ничего нет. Ага, у меня, кстати, же есть эти. Сейчас попробуем. А шканарь тут убран? Или что? Где шканарь-то? Что за дела? Есть доступ, но кашканаря нету. Так, ну я сейчас попытаюсь взломать. Сколько у меня чего? Я мощный табак. Отмычки две. Нет, я сейчас засейвюсь. Возьму листочек волшебной бумаги. И буду производить взлом. Только где моя ручка? Ручка вот она. Что ж, приступим. Только нафига мне все это? Ё-моё. Влево. Так, влево. Вправо. Ё-моё. Влево, вправо, влево. Влево, вправо, влево, вправо. Влево, вправо, влево, вправо. Влево-вправо. Так-с. Влево-вправо, влево-вправо. Ну. Тык-тык-тык. Все. А здесь... Вправо, влево, вправо, вправо, влево, влево, вправо, влево. Подожди. Вправо, влево. Ага. Не так. Нет, не получилось. Вправо, влево, влево, вправо, так, вправо, влево, влево, вправо, влево.
лево и право, наверное. Ага. Да. Сейчас все прошло как надо. А ему пофигу. Бомжует. Так, ну тогда может быть сходить к Ролу, по сути, в его хижину, там отоспаться. Просто я не знаю. Либо до уже до города, по сути, чапать, либо до ферм. Или же до того же лендлорда. Не хочу тратить эликсир. И не хочу быть съеденным волками. Хотя есть стрелы. Где-то еще гоблин. Что-то. Где он? Вот. Кровавая муха, где гоблин? Ё-моё, там кабаны какие-то. Наемник. Так, отлично. Вроде бы все в порядке. Да, убирайся отсюда. Ты что, дурачок, что ли? Убирайся, говорит, отсюда. Ну что ж, дождемся его, будем общаться. Ибо нефиг так разговаривать с бывшим мастером стражи или кем-то. Диалог же с ним будет, нет? Или это разработчик предвидел? Предвидел. Молодец. А я-то думал, там как с этим стандартные будут диалоги. Ну и почему ты таргет убираешь? Я вот так хотел сделать. В принципе, эту модификацию можно было бы, наверное, еще доработать. Но. Эй, ты! Тут диалога уже нету с этими наемниками, да, нету. Просто убраны. Жалко.
А то никак. Смысл. Мне важно то, что, ну, что новые какие изменения есть в моде. Зачем мне вот это все? Поэтому дальше будут нарезки, точнее, перед этим уже нарезки были. И будут нарезки в дальнейшем, если что-то стандартное, я буду пропускать. Потому что смысл мне бегать, вот это показывать все то же самое, не вижу смысла. Поэтому увидимся уже в городе. Так, ну вот я уже в городе, прибыл. Размотал несколько монстров по дороге. Мне никогда не открыть это. Так, без у меня есть ключ от одной ключа. Башни. Надо, кстати, еще проверить, какой. Изгород. Так. Так. И что с этой рыбой? Рыба была отравлена, но не преднамеренно. Отравленной была вода. Отличненько. Каковы результаты вскрытия? Подтвердилась причина смерти. Также в легких мы нашли странный осадок от табака или болотной травы. Успокаивающее лекарство было необычайно сильным. Я не имею понятия, где она могла его взять. Ага, ясненько. Так, ну соответственно идем разбираемся, значит, с кем. Вода отравлена. Ну, возможно, одно уже это. Что тут написано-то? Кордон Андре за жалованием. Старушка, люди верили, что вампир можно убить, только вонзив кого ему в сердце. Так, охотник за головами. Либо хавар плавал в отравленной воде. Так, таинственная смерть. Камила курила табак или болотную траву. Вот. То есть, соответственно, Абуин. Или как его? Абиль Халир Хахаши. Виновен. Так, где этот Абуин? Ты знаешь Камилу? Да, конечно, странник. Часто приходила ко мне. С какой целью? Она обожала яблочный табак. Это интересно, потому что она мертва. Что? Мертва? Да. Я хотел бы взять немного твоего табака. Табака? Вероятно, у меня его нет. Торчит из твоего кармана. А, ну да. Яблочный табак получен. Соответственно, мы сейчас потыкаем опять к этому, блядь. Как его называют? Независимый судмедэксперт, скажем так, в лице Изгорода. Можешь исследовать этот табак? Проверим его на запахи. Яблочный. И чуток болотной травы. Безвредный, такого количества разрешено. Что можешь рассказать о болотной траве? В малом количестве она безвредна. Но только на короткое время. Если употреблять ее, скажем, ежедневно, это приведет к депрессии. Какая ирония. Сначала веселит, а потом приводит к обратному эффекту. И чё? Что это вот? Смерть, болотная трава. Так, в Камио часто курил. Так, вот в боке Абуина содержится болотная трава. Болотная трава употребляла долгое время. Долгое время приводит к депрессии. Ну, получается, из-за депрессии она покончила самоубийством. Но, как бы... Как бы я даже не знаю. Так, и что, мне тут выбор предстоит или что? Болотная трава приводит к затяжной депрессии. Возможно. А, и все. Твой табак содержит болотную траву. Такое количество разрешено. Ты косвенно способствовал смерти Камилы. Хорошо, я скажу. Она была моей подругой, но не более. Я давал ей табак, обогащенный болотной травой. И в какой-то момент она сказала, что чувствует себя плохо и, вероятно, у нее депрессия.
Я купил ее из покаящего лекарства у Константина. Я не знал, что она отравится. Отравилась, потому что запила его алкоголем. За это ты поплатишься своей головой. Ну, как бы жестко. Ну, если так вот логично, да, рассматривать с точки зрения закона этой игры, то болотник, он как и конопля, по-моему, запрещен. В малых количествах разрешен в этой игре, по-моему, но он как бы запрещен. Поэтому как бы один хер его посадит. А тут головой, ну, хер его знает, жестко. Хотя у нас за грамм сажают, похуй. В жопу, пусть сами разбираются, я закон. Эй! Начнем обучение. Начнем обучение. Чё там, давай. Мастер камня, качни-ка. Я хочу стать сильнее. Сколько у меня сила уже? 95. Что-то я уже перекачался. Сила сотка. Ну вот. Так, что там? Дарон безопасно добрался до таверны. Прекрасно. Он ворчал немного. Странно, обычно его невозможно вытерпеть. Мне как-то удалось. Знаешь, я нашел другие твои документы. Да? Я знаю, что ты убил из мести. Ты расправился с убийцей лорда командующего, твоего отца. Глупо было делать это средь бела дня. Это был заговор. Вся стража хотела того, чтобы избавиться от моего отца, потому что он держал их на коротком поводу. Он не позволял им шляться по тавернам и борделям. Знаю, он был хорошим человеком. А ты погубил свою карьеру и последние 8 лет, проведя в горнодобывающей колонии. Но забудем об этом. Я получил информацию, что орки прибыли в эту часть острова. Я об этом тоже что-то знаю, я встретил одного. Давай. Поговори с лучником Басперм, он бывает в лесу, может что-то знает. А, подожди, а остальные задания, что? Информация в уборках, старушка. Охотник за головами. Таинственная смерть. Это будет косвенно способ смерти Камилы. И что? Кому это, ёпта, должен сказать? Или в смысле, я должен был его отмудохать, что-то я вообще не понял. Эй, ты! Или этому придурочку, что ли, сказать? Джон Сноу здесь сидит. Или может мне в смысле со своими поговорить? Эй! Вот это что тип вообще тут делает? Ни хрена не делает. Вы вообще что-нибудь делаете? По-моему, вы тут все лохи какие-то. И что, люди верили, что вампиры... как-то... Этот, ты, говорит, поплатишься своей головой. И что я после этого должен был ему сделать? Вот он, стоит. Все, диалогов нету. Что я должен сделать? Непонятно. Какие-то нелогичные диалоги, что ли, как-то. Записи так себе тоже, ну, ничего нового. Джори сказать. Да ему вообще похер, по-моему. Я видела это сама. Совсем жизни не стало. Как это типично для него, правда? Все будет только хуже. Изгород. Это секрет. А, вот. Решена загадка смерти Камилы. Да, расскажи. А Буин был ее приятелем. Давал ей обогащенный табак. И это привело к депрессии. Он купил успокаивающее лекарство, а она запила их алкоголем. Великолепно! Как он о ней позаботился. Хорошо, что эта загадка была решена. Прими эту награду. Хиросио.
Вот, осталась старушка и охотник за головами. Я слышала другое. Ну и... Правда? Как интересно. Так, может быть... Хотя... Надо сейчас, наверное, с Хальваром поговорить. Я так думаю. Вендворд. Нужно поговорить с... Вероятно, вампира можно убить только деревянным колом. Ну да, можно. Или отравить его чесноком. И тогда он не сможет вцепиться в горло. То же самое я сказал этому Карлу. Он спрашивал? Да. Прикол. Кажется, я понял, как устроены здесь квесты. Карл взял, да и замочил, ну да чё. И так как это был не деревянный кол, это ты убил Ангелину. Да она, да, но она была вампиром. Даже не хочу тебя слушать. Прикол. А, блин, хотел бежать. Но не вышло. Зато вот так получится. Тут, кстати, ништяки должны быть на домах вообще. То есть я сейчас до каждого должен донести, виноват он или нет, короче, вот так. Сейчас Хальвар по-любому подойдем, диалог будет. Эй! Ну да. Твоя рыба была отравлена. Это невозможно. Спокойно, это не твоя вина. Она плавала в отравленной воде. Не продавай ее пока. Но уже несколько человек купили ее вчера. Ты сам ловишь свою рыбу? Да. У тебя есть постоянное место? Да, на пляже за лодкой. Возможно, кто-то специально отравил воду. Ага, я понял. Но еще не закончено. Мы должны поймать убийцы. Либо того, кто конкурента его. Ну, в любом случае, убийцы. Заиноса! Да-да-да, сказал бы я тебе, куда идти, ну ты сам прекрасно знаешь. На пляже за водкой, так. Сковорода. Уха и прочая билиберда. А где, кстати, этот? Тут Фарим должен быть где-то, но его нету. Так, что здесь написано? Информация. У Хавара есть постоянное место для ловли рыбы. Возможно, кто-то там выпустил яд. Там ничего нечего взять.
Буду пиратом. А, либо вон там на пляже. Короче, посмотрим. Не пиратский пи, я имею в виду. Можем, возможно, там что-то. Может и нет. Каменная табличка. Я не могу. Я не могу этого прочесть. Ха. Но табличку-то я нашел. Значит, не все вырезали. Бла-бла-бла. Стволчатый моллюск. Куча рыбы. Еще трупак там какой-нибудь. О! Охренеть. Вот этого я вообще никак не ожидал. Вот это да. Ищущий. Ищущий. Риверс. Что за риверс? Стопчатый моллюск. Давайте поговорим. Риверс. А, так он молчит. Тогда я вообще не понял. Где искать, кого искать? Я-то думал, обрадовался уже, думал, что убийцу нашел, а это не убийца. Значит, этот молодецкий. У рыбака Хальвара плавала в отравленной воде рыба Хальвара. У Хальвара есть постоянное место для ловли рыбы, возможно, кто-то там выпустил яд. Он за кораблем что-то сказал. Справа за кораблем. Вроде бы так это было. А не за лодкой. За кораблем.
Добро пожаловать в сказку Хитмэниака. Ха-ха! Yeah.